Привет, Good Game. И перед нами чемпионы турнира Red Bull, Flick. Пожалуйста, представьтесь. Маевский Андрей, никнейм Мистер Алон. Разив Тимур, ник Тима. Что, вот победитель, рассказывайте, призовой, что будет потом? Мы выиграли 100 тысяч рублей и девайсы, там мышки, клавиатура, наушники, монитор. И мы выигрываем слот на квалификацию в Хельсинки. Кто-то выиграл еще и то, на чем можно посидеть. Да, я получил MVP турнира. Я не знаю, ну, я не думал, я вообще не ожидал, но получил стул еще за 30 тысяч от Warp. Уже известно, где будут региональные финалы? В Хельсинках, в Финляндии. Но сначала будет онлайн-квалификация, и если их пройти, уже будет финал в Хельсинках. Я не знаю, сколько команд, 8 или 16, я не помню. Но формат через онлайн, будут проходить квалификации. Вас мало кто знает. Какой у вас ранг? Вы играете на Faceit или на Ladder? Faceit играем, да. И какой ранг? 3000 элла. У меня 3500 элла. Ты получше, да, там разваливал здесь? Ну, видимо, да, если я получил MVP, наверное, вам судить. Какой уровень вообще игроков ваших соперников? Я скажу так, что в обычном компетитиве множество игроков, против которых мы играли, они очень сильные, они бы нам шансов не оставили. На Red Bull Flick мы оказались сильнее, и мне кажется, потому что мы смогли адаптироваться, и поэтому выиграли, потому что для нас этот режим зашел практически сразу. Как мы приняли решение, что будем играть, будем тренироваться вот именно в этом режиме? Давайте я скажу. В общем, мы находимся в Москве, я листаю ленты ВК, у меня выходит реклама, подготовительный турнир Red Bull Flick. Я пишу Андрею, говорю, пошли сходим. Мы думали, это имка, мы не читали правила, ничего. Мы думали, это 2 на 2 имка или 2 на 2 карты. Приходим, не понимаем, что происходит. Каким-то образом выигрываем монитор за 50 тысяч. Приходим домой в шоке. И решаем, такие, так можно еще это играть, там еще есть подготовительный турнир. Пошли следующий подготовительный турнир, выиграли еще деньги, 10 тысяч рублей. И нам админ пишет, а вот тут еще вот финал такой будет, есть вайлдкарды, можно пройти и поиграть. Будете пробовать? Мы такие, конечно, будем, давайте. Все, прошли вайлдкард, выиграли, и вот сейчас тоже выиграли. Мы не проиграли ни разу еще. На Red Bull ни разу не проиграли. Учитывая, что вы уже знали, что вот ваши соперники, финалисты, они уже были чемпионами до этого, вы специально под них не готовились? Нет, мы не готовились, мы просто знали, что... Ну, во-первых, прошлый Red Bull, я так понял, он отличался много чем от нынешнего. Там были флаги, там были карты совершенно другие. Этот Red Bull, насколько я посмотрел, он очень поменялся, ну, за год. И поэтому, думаю, особого преимущества у них не было. Вы смотрели, ведь были региональные и в Турции до этого, и еще в других регионах. А как там ребята играют? Я смотрел только Молдову. Там, мне кажется, там играют чуть-чуть похуже. Ну, чем, вот тут уровень сильнее намного был. Мы играли, считай, против профессионалов, ну, в бывшем. У них ЛТВ профили. Тут сильнее соперники намного, чем в Молдове. Там, в Латвии я еще смотрел так, краем глаза. Больше не смотрел, не знаю, не могу сказать. Есть планы, как я понимаю, этот турнир и вообще вот серия Flick, она для того, чтобы из любителей сделать профессионала. Вот именно для вас вы не планируете потом идти в какие-нибудь практисы к командам или как-то еще пытаться пробиться? Ну, я всю жизнь об этом мечтаю. Я пытаюсь, и вот только сегодня я близко так подошел к шансу. Если мы выиграем закрытые квалификации, мы получим HLTV профиль, это уже профиль про игроков, и там уже, думаю, попрет. То же самое, если мы выйдем в Хельсинки, возможно, я продолжу развиваться в этом плане. А так, я рад, что я пока что играю ради удовольствия в эту игру. Как много вы тренируетесь? Что еще раз? Как много вы тренируетесь?
Как много тренируемся? Да, я немного, ну, я как говорил до этого, мне достаточно 30 минут просто зайти, размяться, почувствовать игру, мышку, и я готов играть. Ну, перед турниром именно, до турнира я не играл практически вообще, ну, у меня там 20 часов за 2 недели было, остальное там в доте. А когда мы прошли финал, я начал играть, наиграл 100 часов за 2 недели, набрал форму, и, ну, так вот, ну, тренировался много. Вот видите, ребята победили, то есть шанс есть у всех, я так понимаю, да? Да. Да, есть у всех шанс абсолютно. Так что успехов вам на региональных финалах, удачи. Спасибо большое. Какие-то приветы, возможно. Привет. Я уже всем передал вроде привет. Может быть, вы постримите? Стримеры. На Good Game постримим? Ну, не знаю, можем попробовать так-то, если вы приглашаете. А то на Твиче не идет, на Твиче особо не идет. Может, на Good Game пойдет, не знаю. Возможно. Отлично. Удачи, спасибо. Спасибо большое.